Лихачев Иван Ильич. Родился в 1922 году в селе Харлово Краснощековского района Алтайского края. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Радист роты связи гвардии рядовой Лихачев при форсировании Днепра 26 сентября 1943 года переправился с радиостанции под огнем противника на правый берег в районе города Нижнеднепровск. Установил и обеспечил бесперебойную связь между командиром полка и командиром дивизии. В бою за плацдарм при отражении вражеских контратак уничтожил 15 гитлеровцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза.